Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с проектом Music Live. Безусловно, музыкальная индустрия претерпевает период изменений и выхода из кризиса благодаря технологии блокчейн. Дело в том, что ни для кого не секрет, что музыкальная индустрия подвержена очень большому воздействию манипулирования со стороны крупных игроков, а также на систематическим нарушением авторских прав, от чего страдают как музыканты, так и во вторую степень поклонники их творчества. Музыканты не получают заслуженные денежные гонорары, соответственно, у них мало ресурсов, там меньше, чем могло бы быть ресурсов для развития своего творчества. Таким образом, поклонники их музыкальных произведений, в целом поклонники музыки, не получают развития, да, не получают новых каких-то музыкальных произведений, в целом более быстрого развития музыкальной индустрии. Таким образом, в целом, а также авторские права – это в целом очень большой рынок, в котором, собственно говоря, поклонники музыки в принципе не участвуют. Вот это также является таким существенным моментом и открытой нишей. То есть стимулирование поклонников, да, музыкальных произведений каким-то токенизированным образом – это, безусловно, перспективное направление. И платформа Music Live как раз-таки решает подобный вопрос. Давайте посмотрим, что из себя представляет платформа Music Live. Music Live – это музыкальная экосистема на основе блокчейна. Она состоит из пакета разработки программного обеспечения SDK, аппаратно встроенной системы и торговой программы Music Exchange. Для музыки, подключенной к Music Live, разработчики перестроили способ определения цены. Пользователи будут автоматически инвертировать в музыку, слушая песни. В свою очередь, музыканты и звукозаписывающая компания также выигрывают от каждого произведения. Music Live разработала совершенно новый формат на образование, где цены и рыночные ценности будут автоматически вычисляться и оцениваться на основе наличия музыкальных слушателей. Вот это вот действительно очень интересный момент. Часть музыкальных акций также автоматически перейдет к пользователям, которые приобрели эту песню, например. Music Live стремится помочь нынешней индустрии музыки преодолеть препятствия между нарушением авторских прав и пиратством, имея в виду, что действительно принесет пользу каждому аспекту в целом музыкальной индустрии. Это, несомненно, так. Это вот то, о чем мы говорили. Действительно, рынок действительно большой, и он может быть еще больше, если будут устранены вот эти вот барьеры, устранены вот эти вот проблемы нарушения авторских прав, пиратство, да, и невознагражденные пользователи. Это действительно, ну, вот те моменты, решения которых внесет в музыкальную индустрию новый ветер, да, то есть новый стимул для нового ускорения, для большего и большего развития. Говоря о рынке, в глобальном масштабе число платных пользователей составляет около 176 миллионов человек. Это почти 20 миллиардов долларов доходов промышленности в целом. Это в год. Доход от потоковой среды по-прежнему растет с годовым ростом на 40%. Годовой рост на 40% от 20 миллиардов долларов, что составляет больше половины от общего объема доходов отрасли. То есть больше 54%, если это вот, ну, быть точным. Однако из всей этой суммы более 86% огромной доли рынка принадлежит трем основным игрокам. Это музыкальные платформы, которые ежегодно платят рекордные гонорары за использование авторских прав. Они выкупают авторские права.
С другой стороны, звукозаписывающая компания пользуется преимуществом своей монополии, чтобы взимать плату за авторские права, и это становится таким очень серьезным барьером даже для больших музыкальных платформ. На самом деле, вот это вот те препятствия, которые просто необходимо устранить, потому как они действительно тормозят развитие отрасли. Например, крупнейшая цифровая музыкальная платформа Spotify, которая принадлежит 71 миллион платных подписчиков, в прошлом году получила финансовые потери в размере 1,5 миллиарда долларов из-за очень высоких сборов за авторские права на музыку. Для многих исполнителей потоковых песен был достигнут доходы, они получили доходы в миллионы долларов за несколько дней, но большая часть этих доходов влилась в звукозаписывающие компании. То есть, вот опять же, это вот то звукозаписывающие компании, да, путем того, что они просто приобретают за бесценок авторские права, а потом используют эти песни, зарабатывают не музыканты, а именно вот монополисты рынка. И именно это именно этот момент тормозит развитие действительно музыкальной индустрии. Если есть модель, которая может принести пользу каждому аспекту и производства музыки, и пользователю, который получит доход, слушая песни, это будет новый революционный тренд или тенденция для музыкальной индустрии. Любая музыка или звукозаписывающая компания может лицензировать музыку, защищенную авторским правом в Music Live. И Music Live будет распространять песню через доступные музыкальные платформы. Каждая песня доступна для прослушивания, и если она имеет более 550 тысяч прослушиваний, фиксируется цена и генерируется искусственным интеллектом для воспроизведения этой песни. И уникальный сертификат права собственности на блокчейн этой песни Music Token будет одновременно с этим сгенерирован. Вместо традиционного авторского права Music Token представляет собой цифровую собственность или право песни. Благодаря технологии блокчейн Music Token может быть разделен на множество акций, и его доход может быть распределен по каждому Music Token. Таким образом, осознавая видение, что бесчисленные люди могут делить право собственности на одну песню. Вот эта вот токенизация и передача, и оптимизация передачи прав собственности на какие-либо предметы, в том числе и музыкальные произведения, это действительно следующий шаг, и я думаю, что подобным образом будут построены очень-очень многие отношения уже в самом ближайшем будущем. Это действительно очень важный момент, когда право собственности совершенно честно, да, совершенно без возможности изменений этих прав, да, или копирования, или кражи, могут передавать между собой участники, не прибегая к услугам третьих там сторон, да. То есть, соответственно, во-первых, это убираются расходы, во-вторых, действительно приобретаются права на законных основаниях, и вы знаете, что эта часть авторских прав принадлежит только вам, да, то есть вы за это там заплатили, и вы уверены в том, что вы получите доход, однозначно получите доход на ту долю авторских прав, которые у вас есть. Это очень-очень важный момент. Я думаю, что на подобном принципе сейчас будут построены очень многие бизнесы, вот там, которые связаны с продажей, с арендой там каких-то вот, да, предметов. И это то, что будет двигать подобную отрасль вперед. Вот. На мой взгляд, подобное решение является очень интересным для платформы и может быть очень тем импульсом, который разовьет платформу и продвинет ее вперед. Помимо помощи музыкантам, звукозаписывающим компаниям и слушателям, Music Live будет также помогать всем музыкальным платформам и коммерческим компаниям, которые должны использовать, которым нужно использовать там музыкальные произведения.
После подключения к платформе через SDK все приложения для цифровой музыки будут бесплатно, смогут бесплатно получить доступ к любой песне в библиотеке Music Live. Вместо того, чтобы оплачивать высокие пошлины за авторские права на музыку, они получат эквивалент, дивиденд от песни, и они смогут поставить больше рабочих материальных ресурсов для улучшения качества обслуживания. Несомненно, самым большим победителем является пользователь, поскольку он никогда не испытает разочарования, которое приносит с недостижимыми лицензионными песнями, и они будут даже иметь возможность получать доход, слушая музыку в Music Live. Пожалуйста, обратите внимание на платформу Music Live. На мой взгляд, проект, безусловно, очень интересный и заслуживает внимания и более детального изучения. Сама концепция токенизации прав собственности и оптимизация их передачи, а также защиты прав собственности, это, безусловно, интересно, и за этим будущее. Я думаю, что проект Music Live действительно сделает музыкальную индустрию чище, дешевле и богаче, дешевле в использовании, и богаче сделает музыкантов, которые смогут больше развиваться и таким образом давать слушателям еще много и много и много хорошего качественного контента. Пожалуйста, присмотритесь к проекту Music Live и принимайте решение о участии в нем. Ссылка на сайт, белую книгу и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Знакомьтесь и участвуйте в этом проекте. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.